Ростовчане, всем огромнейший привет! Ну что, новогодние выходные завершились уж как неделю, но ведь праздники продолжаются, правильно? И на этих выходных мы всей страной с вами встречаем, что? Старый Новый год, конечно же! И этот праздник, как мы все знаем, наполнен буквально гаданиями, всяческими приметами. И вот пару этих самых примет я специально для вас подготовил. Ну, к примеру, наши предки считали, что в ночь на 14 января снятся вещи и сны. Так что запоминайте, что вам приснилось именно в эту ночь, и с утра обязательно расшифровывайте, да, как сможете буквально. А еще считалось, что в эти дни нельзя выносить мусор из дома, якобы вынесете свое счастье вместе с ним. Вот и думайте, всем ли приметам доверять. Ну, а я вам сейчас еще расскажу абсолютно точную примету. Если через 26 секунд вы увидите меня в студии, то тут же услышите прогноз погоды на выходные и понедельник. Выходные и понедельник в температурном плане будут ровными. По ночам около нуля, днем 2-4 градуса тепла. Довольно комфортно после минус 14 с ветром. Ветер, кстати, не остановится, но и слишком усердствовать не станет. Он как бы сдувается. В субботу 5 метров в секунду, в воскресенье 4, в понедельник и вовсе 3. Теперь обратимся к облакам и тучам. На выходных они будут плотно закрывать небо, и солнце будет периодически выглядывать только в понедельник. Именно в эти моменты я вам и желаю находиться на улице. Со старым Новым годом вас! Увидимся!